Привет, дорогие друзья! Очередная тренировка, очередной день. Становимся сильнее. Сегодня у нас комплексная тренировка. У нас будет интересный комплекс из 4 упражнений. Этот комплекс мы повторяем 5 раз, 2 раза в день. Первое упражнение – бег на месте. Встаем, пишем, бежим на месте и делаем 30 шагов. 30. Поехали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. Сразу после этого упражнения мы делаем обычный велосипед. Ложимся. Ручками чуть-чуть держимся за диванчик. И делаем 30 велосипедов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующее упражнение – круговые движения над головой. Это упражнение мы растягиваем на 2 упражнения. Мы делаем 20 раз в одну сторону и 20 раз в другую сторону. Итого у нас получится 4 упражнения. Берем подушечку диванную, желательно, чтобы она была чуть-чуть тяжеленькая. Либо мы берем кастрюльку, либо мы берем большой мячик. Что-нибудь, что более-менее имеет какой-то вес. Становимся, делаем ножки чуть-чуть шире. Чуть-чуть полусогнутые, опускаем подушечку и делаем круговое движение над головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И последнее задание, то же самое в другую сторону. Раз. И запомните, борец не кривится, он просто улыбается без энтузиазма.